Всем привет! На улице мороз, у меня Opel Meriva, так как заводится он мороз не очень, почему-то не всегда, не сразу срабатывает бензонасос. Решил не рисковать и просто на ночь его завел и оставил, на сутки причем, не на ночь, на сутки. За сутки он протарахтел примерно 24 где-то литра. Вот считайте, литр в час тарахтит. По-моему, дешевле все-таки гараж снимать, но мест уже не было, когда я звонил.